6 белок сейчас здесь. И седьмая вот здесь вот сидит, злодейка. Я даже не успел рюкзак снять. Она ко мне прибежала, вот эта белка, и села на ладонь, голодная. 3, 4, 7, 9 белок. Сейчас 9 белок здесь. Там 2 белки внизу еще. Тут дело в том, что кто-то срезал кормушку пластиковую мою. Я обычно кладу 10 с запасом. Орешки с запасом кладуем здесь. А сейчас не получится. Сейчас только деревянная осталась кормушка. Вообще я удивлен, как... О, срезали злодея. Ножом кто-то срезал. Пришел и срезал на кормушку. Зачем-то. Это, не знаю, люди смотрят мои ролики или нет. Тут очень много белок бегает. Орешка я как взяла, я буду есть его потихоньку. Вот сколько тут белок? Сколько тут белок сейчас? Четыре, шесть, семь белок сейчас. И на мне одна бегает. Она перестала уже есть. Вот. Я, говорит, перестал есть, говорит. Солнце. Они, кстати, сами залазят мне в карман, подбегают, залазят, что-то тырят. Иди сюда, солнце. Восемь белок сейчас здесь. Одна за деревом сидит. Вот сколько здесь? 5, 6, 7. И одна вон за деревом там. Злодейка какая. И это тут бегает. Я тут бегаю тоже. Солнце. И там еще одна бегает. 9. Это сколько же у вас тут белок-то? Слышь, злодейка. Это... Нет, это не она, вроде. Ты же не модель, да? Солнце. У меня осталось чуть-чуть орешков этих. Молодого фундука надо положить им сюда. Сидят вместе, надо же. Это где такое видано вообще? Вот такое где видано? Что белки вместе сидели, а мы, говорит, вместе сидим, говорит. Это сколько? 5 белок сидит, 6 белок вместе сидят. Это молодцы какие они. Ну тут 7, 8 и 9. Не, подожди, 4, 5, 6, 7, 8, 9 белок. А вон там 10 сидит внизу. 10 белок сейчас голодных. Я по возможности раскидал здесь, насколько можно орешков. Тут по центру вода, я сюда не кидал. Солнце, на тебе тоже сюда. Кинул ей орешки. Сейчас дождь идет. Дождь идет. Белок немерено здесь. Сидим. Сидим, едим. Это модель. Модель злодейская. Ест орешки. Сюда не сядешь, потому что сыро. Я просто не буду. У меня с больными ногами. Я боюсь подскользнуть. Тут глина везде. Подскользнусь и полечу туда, и полечу, кувыркаясь туда. Очень интересно. Не, сел бы, кувыркнулся бы, если бы кто-нибудь снял со стороны, как это красиво все, я падать буду. Никого же нету. Итак, раз, три, четыре, пять, шесть. Нет, подожди, запутался. Раз. А вот и голубь прилетел. Молодец какой. Я, говорит, прилетел. Говорит, я тоже, говорит, буду участвовать. Итак, 5 белок. 6, 7, 8, 9 и 10. Вон она бегает внизу там. Хвост ее виден. 10 белок сидят сейчас здесь. А почему они все сидят, все вместе здесь? Потому что они очень голодные. Белки очень голодные.
только голод их может примирить на время, пока они едят. Я говорю, гостем пришла сюда. Сладенько. Голубь не нужен тут, да. Но для белок это неестественно, если честно. Вот такое положение. Они индивидуалисты. Белка сама там что-то стырила, да. Стырила орешек. И вторая лезет, говорит, тоже сейчас стырю чего-нибудь. А у меня тут, слышь, грецкие орехи только. Голуби не нужны. А, у меня же этот лазер. Лазер вроде есть. А голубь прям дорвался. Дорвался до орешка. Вот я, говорит, какой я, говорит, молодец. Сейчас, говорит, все орешки тут съем. Ну-ка, подожди-ка, голубь. Ты боишься лазера-то? Чуть-чуть, говорит, боюсь, говорит, а так, говорит, нет. Не, к тому, что здесь... Вот это прыжок был, прыжок веры, да. Голубь тут не нужен. Модель сидит, нам, мне, говорит, все равно. На голубей, на этих. Интересно, почему кормушку срезали? Она, я имею в виду, она висела здесь столько времени, никто ее не трогал, а тут пришли и срезали. Зачем? Мне кормушка не нужна, народ. Я пришел, вон, накидал белкам орехи и снял свой. Если кто-то хочет что-то мне подпортить, то это зря люди стараются. Мне кормушки не нужны, наоборот. Я пришел, накидал сейчас орехов, у меня белочки прибежали, я снимаю. А кормушки белкам нужны, а не мне. У меня есть возможность покупать орехи с помощью подписчиков. Я кормлю белок. Почему нет? Белки все ухоженные, хорошие у них шкурки, вон, хвостики здоровые у них какие. Вон, это просто прелесть. И это хвосты еще не выросли до конца у них. Сейчас еще в процессе все идет. Сейчас линька все еще продолжается, а хвосты уже вон какие у них здоровые. Здоровые хвосты, это значит, они хорошо питались, когда самая линька была хвостов. То есть сейчас они хорошо питаются, у них хвостики, у всех хвостики растут, у всех хорошие хвостики, все хорошо питаются, потому что кормушки есть у них. Некоторые считают, что приходят в парк там посетители по выходным и кормят белок. Этого достаточно. Нет, народ, этого мало. Белки должны свободно в любой момент прийти и поесть, когда хотят. А для этого нужны кормушки. Нету сейчас белки с глазиком. Я сюда поздно пришел сейчас. Я вешал, у меня кормушка там, я не понял, то ли ее срезали, то ли белки прогрызли, то ли она сама перетерлась, я не понял, что там произошло. Но пришлось ее перевешивать. Я с собой всегда веревочку ношу. Кто-то там что-то тырит у меня. Злая модель у меня стырила. Голубь не нужен туда. Голубь вот не нужен. Если есть возможность, почему бы не покормить белок, не в кормушке не положить орешки, а купить орешки для орешки. Вот этот голубь, он какой-то он упертый. Никаких, еще раз, народ, никаких других кормушек, кроме моих, в парке нет. Я имею в виду, есть
кормушек с орехами. Кормушек-то полно здесь. Здесь, наверное, на каждую белку по три кормушки висит. Только в них нет орехов. Орехи – это очень дорого. Я бы не потянул, мне помогают подписчики. И я думаю, сомневаюсь, кто-то еще потянет. Если люди думают, они срезали кормушку, а кто-то другой пришел и сразу повесил какую-то другую, свою кормушку. Такого не будет. Потому что тут полно мест, куда можно кормушек навешать. Где вон, сколько деревьев. Никто никаких кормушек не вешает. Кормушки – это орехи. Орехи – это очень дорого. Это если кто не понимает. Мне просто раздражает тот момент, что кто-то приходит и на голубом глазу мне срезает кормушки для чего-то. Вон у меня сколько белок сидят голодных. Это что такое вообще? Тут у меня, кстати, проблемы и без этих кормушек полно проблем. Мне, кстати, кормушки еще купить надо. Это я имею в виду баклажку эту с водой купить надо. А мне с больной ногой, кстати, тяжело ходить. С пятилитровой баклажкой. Солнце. Тут чего-то тырит, мне кажется. Нет, говорит, тебе кажется, говорит, все. А на самом деле все нормально, не обращай внимания. Ты сейчас мне все порвешь что-то. Иди сюда. Тебе вот это, что ли? Смотри, тебе вот это, что ли, нужно, да? Да, говорит, нужно, говорит. Нужно, говорит. Да зарезу. Нет, не нужно, говорит. Какое-то барахло ты мне даешь, говорит. Это что такое вообще? А тут сейчас в основном бельчата остались. Бельчата. А ей нужны молодые лесные орехи. Они у меня в другом кармане лежат. Да. Сейчас, говорит, я найду там что-то у тебя. Если они не кончились, конечно. Дай-ка я посмотрю. Один орешек остался. Один орешек, слышь, остался. Все, больше нету. Не, я имею в виду, в рюкзаке есть. Я никак не могу снять рюкзак этот свой. Вот такое вот видео. Ну ладно. Куча голодных белок. Я имею в виду, тут голодные белки бегают, куча. А кто-то срезает. Это какая-то мелочь пришла, ну надо же. А я, говорит, мелочь, говорит. Мелочь, а уже знает про кормушку. Вот злодей какой. А тут срезали, да. Срезали. Молодцы какие. Злодеи. Ну все, такое видео. Дельчонок прибежал. Надо покормить, что ли? Ну все.